который может отклонять свет, заставляя объект за ним исчезать. Эта охотничья собака искала добычу, когда случайно наткнулась на стаю. Из волков волки не нападали на собаку и были немного любопытны. Вот черепаха с очень длинной шеей и музыка. With a really long neck. Музыка. Этот художник обладает невероятной способностью создавать два портрета одновременно. Раз один портрет сделан ее левой рукой, а другой ее лучом. Музыка. Музыка каждый раз, когда этот человек приходит домой, его. Every time this person comes home, their dog Собака встречает их широкой улыбкой музыка. Вот несколько красивых кадров вертолета, идущего на дозаправку, а также перевозить тяжелый груз. Вот в этом видео, надеюсь, вы узнаете что-то новое и увидите. Ребята, снова очень-очень скоро письмо. Later.